А может быть, она вообще его бывшая? Вот, она, я говорю, тогда уже что-то... Нет, вот Роза... Что-то личное, что-то нет, она его бывшая. Нет, Роза бывшая, а она знает за это тоже, как подружки мстительные. Опять мой пришел, да, твой пришел. Да скал он, типа, того. Опять его сердце. Или еще больше хотят. Уже беседу, у него каменное сердце. Уже плохо. Еще Роза выскакивает. Да, может быть... Может быть, он пришел, у него же боль болит, может он пришел за морфием туда, а морфий же без рецепта врача не дадут. А морфий даже в аптеке продается? А? Морфий в аптеке продается? Или какой-нибудь производный от него. Она без рецепта же не может врача дать, а у него очень сильная боль. Морфийные обезболивающие без рецепта не продают, да? Да, да, у него есть веская мотивация, что она не может дать без рецепта, а он, получается, хочется и... Ну и тут, да, должна быть вот эта вот драка, ну не драка, а кулаком по столу, там, какая-то должна быть кульминация. Когда они подрезвеют, или что-то, что должно быть. Бомжонок поактивнее, чтобы подключился. Мне кажется, что бомж должен дать на пластинку. Да. Нет, я только пластинку продаю. Сколько пластинка стоит? Сколько там считает? И бомж вот такой, брат, сколько не хватает? На... То есть тогда не нужна... Вы не принимаете, а потому что... Это... Да. И денег не хватает, а вы не хотите брать, не дам. А вы не хотите брать, это антисанитарий, он грязный, он бомжа занимает, как бы, да? Да. Бомж открывает последнюю бутылочку спирта, поливает спиртом, на! Вы грязливо принимаете, даете пластинку, а он уже в момент выгибается. Свою мелочь со стаканчика. Когда ему полегчало, он выходит, бомж ему дает стаканчик, да, сидите, как ты, я пошел, набирай деньги. Нет, а вот эта идея с этим, с обезболивающим, мне кажется, она неплохая для... Тут, понимаете, с обезболивающим тогда сильный конфликт. Человеку больно, да, а он хочет лекарства, а лекарства не дают, потому что... Ну да, потому что ее могут посадить. Да, это... И вот тут вот такое получается, ну как, поле для конфликта. И тогда что? И тогда что? Мы посмотрим, да? Тогда он должен вообще упасть вместе со столбом. Тогда ему, не дадут без рецепта, он тогда не дадут. Да. Тогда он же по-любому не даст. Ну, да. Чем без рецепта? Ему тогда он должен она здесь свалиться, она должна ему оказать медицинскую помощь. Нет, что-то должен такое случиться, по большому. Ну да, ну почему? Почему она до этого не хотела, а потом... Но она не могла, потому что без рецепта. А потом? А потом ему становится реально здесь плохо, и она начинает его откачивать. Мне кажется, тут еще что-то должно быть. Не, он заходит, а у него нож с ней, то что мне плохо, дайте мне что-нибудь, потом снимает, и у него либо я применяю, либо я чувствую, да? Интересно. Короче, у нее выбор получается, либо сесть, либо труп здесь у нее. Ну, мне кажется, здесь должно быть от обиды, ненависти один шаг, поэтому здесь сначала может быть неприятие, а потом вообще до как, чего-то очень высокого. Вот я говорю, а почему? Мне кажется, вы, факты должны вместе запеть и затанцевать. Он должен потерять сознание. Мы должны вместе запеть. Сразу возник вопрос по персонажам. Посмотрите, что интересно. Сейчас вот ты убери этот рассказ. Да. Сейчас вот у вас будет такое задание на такое актерское мастерство. Да? И что попадаешь на машину? Я не специально, но так выходит, да. Как хотите, кто-то хочет девушку вместо Зори? А давайте попробуйте. Давайте, воскресенье. Не, я там за, я Розочка. Мне кажется, здесь Роза вообще не нужна. Не знаю, мне лекарство лишнее. Сейчас, смотрите, вот мне интереснее идея, было бы идея, а потом можно меняться, еще кто-то, да, будет там играть. То есть можно поиграть. А можно бомжу, в смысле, ему плохо станет, бомж ему будет по этому. В смысле, я брат с тобой. Подожди, вот бомжа убираем и Розу убираем. Вот два у нас вот такой яркий сделали. Да, такой. Да. Вот смотри, аптекаря, у тебя что было? Сердце самопредсказуемое. На улице не было. Желудок. У тебя язва желудка. Аллергия. Язва желудка у тебя. И у тебя очень сильно болит желудок. Тебе нужна обезболивающая. Аллахол. Тогда пью только какой-нибудь типа аллахол. Я просто говорю, у вас есть. Какой-то есть этот жидкость такая. Алмагель, вот алмагель, он обволакивает. Для хроник или у меня неожиданно? Нет, если это хроник, у тебя желудок болит. Вообще в идеале, мне кажется, если бы вы сидели вместе, и вдруг одному стало плохо, или вы вместе пришли, и два бомжа пришли.
Подожди, это другое. Сори. Сейчас меня не слышите. Я что сейчас хочу? Мы не знаем решения, понимаете? Вот я хочу, чтобы... Вот, в чем урок? Мы не знаем решения. Я хочу актерам как бы за, ну как бы поставить задание, чтобы решение там пришло. То есть вот эта поэзия, чтобы пришла какая-то изнутри, понимаете? Такой косовитис я предлагаю. То есть у нас тогда есть такая штука, что тебе больно, живу, я не знаю, что у тебя болит, придумай, глаз у тебя болит, да, сейчас были там, зуб болит, там еще что-то, я не знаю, что, ну очень сильно больно. Но ты это в первый раз, у тебя такого не было. И ты приходишь к ней, как это, и просишь лекарство обезболивающее. Да. А обезболивающее лекарство по рецепту только выдается. Правильно? Ну такое. То есть сильное, да. Сильное, да. А ты говоришь, не умираю там, та-та-та. И как бы она тебе его не дает. Потом ты должен каким-то через боль начать пытаться там. Или включать Сирано де Бержерака, или начать с ней заигрывать, или рассказывать стихи. Да, или ты должен понимать, что тебе так херово, и ты должен ее каким-то образом или очаровать, или напугать, или, понимаешь, это вот от себя, вот что бы ты делал в этой ситуации. А вы, Зауре, должны не поддаваться ему, потому что это может быть там срок или пятое, или десятое, да? Но на каком-то этапе, вот что из этого, из всего получится, но у тебя задача одна. Очень сильно больно, ты должен тут все сделать для того, чтобы она тебе это дала. Прям вылезти наизнанку. А вы должны не растаять, но, может быть, вы и растаете. Хорошо? Да. Давайте попробуем. Понятно. Давай, ты вон оттуда пройди, чтобы мы... Да. Да. Подожди. У нас... Ты туда иди, вон подальше. Подальше. И вот, знаешь, что? Постой там. Постани там. Давай. Думаю, что знаю, да. Просто не дойду никуда. Меня без рецепта накажут, я не могу вам рассказать. Девушка, не все же в жизни с рецептом. О, вы правы. Да, в этом случае... Вам бывало плохо. Да? Не бывало, мне сейчас плохо. Ага. Знаете, еще рецепт плохого. Сделать он хороший. У меня станет хорошо. Вам надо не хорошее сделать, вам надо лекарство. А это лекарство я могу выдать вам только по рецепту. Давайте вызовем скорую помощь. Не надо скорую, просто пожалуйста. Не, я не могу вам дать лекарство. Не могу вам дать, понимаете? В жизни бывают исключения. Вот у вас же бывали исключения в жизни. Да. Знаете, сейчас вы же кого-то любили. За то, что нету рецепта, меня могут посадить. Ты нас не посадят, везде люди. А вы вообще кто? Вы кем работаете? Вы откуда? Подождите. Я поняла. Вы кто? Откуда? Кем работаете? Я такой человек, как вы. Я вот, допустим... Чем вы занимаетесь? Я, допустим, работаю водителем автобуса. Когда мне просят остановиться, где в неположенном месте, я останавливаюсь. Вот человек вышел, он шел пешком, далеко-далеко. Не все же выходят на остановку, правильно? Вот вы поедете в моем автобусе, я вас всегда отвезу вас туда, куда надо. А какой у вас номер автобуса? 29. Mm. Не ваш? Не мой. А у вас какой номер автобуса? Я езжу на машине. На машине? Ну, тем более. Тем более вы должны понимать, что надо помогать друг другу. Ну, по-моему, у вас все прошло. Ничего у вас не болит.
Душа болит. Это ртуть, если я сейчас ее разобью. Ой, это шантаж. Мы вместе помрем. Вы не успеете ничего сделать. Все, я разбиваю градус, вы передаете обезболивание. В смысле? Вы что, меня шантажируете? Разбиваю еще быстро. Подождите, хорошо, ладно. Я не шантажирую, я... Дайте я вам посчитаю пульс. Я вам не могу обезбол дать просто так. Дайте эту руку, я посчитаю пульс. Посчитайте пульс, только не закручивайте руку. Буду я закручивать руку. Все, видите, как мне плохо. Обе руки нужно, дайте сюда. Я сквозь даже не учащенный вообще. Ты меня обманываешь. Это не то. Меняемся. Хорошо, меняемся. Меняемся. А где то? Мне нужно то. Меняемся. Мне нужно то. Это не шантаж. Кнопка, короче, скорой помощи. Ну, в принципе, я нашел уже. Что-то. Что-то. Что-то похожее, похожее. Но смотри, что сейчас у нас произошло? Ему было что-то не больно. Да. Расул забыл, зачем он сюда пришел. Своих аргументов, в автобусах, понимаете? Да видите, он не работает аргументами и жалости. Хотя, конечно, может быть, если я ползал. Вот, вот, можно было бы поползать. Да, кто хочет вместо Расула попробовать? Да. Вот, давай. А кто хочет быть теперь вместо? Ну давайте, девчонки, давайте. Давайте, другая ситуация. Одевай халат, вот халат одевай. Можно быть бывшим? Бывший алкаш. Давай, бывший алкаш. И я знаю, что он алкаш. Да, хорошо. Ладно. Сумочку перевожу, да, Анастасия? Да, а почему у нас фокус стоп, как уже в процессе? Он ушел, потому что я его выгнала. Потому что он алкаш. То есть он не спился после развода? Да. То есть, знаете, мы что сейчас делаем? Мы нащупываем